Уже несколько дней общественность с замиранием сердца следит за новостями о здоровье певицы Юлии Началовой. Как сообщает «Комсомольская правда», утром 12 марта певицу ввели в искусственную кому. Впервые о госпитализации певицы в СМИ сообщалось 11 марта. Менеджер певицы Владимир Белов сначала опроверг информацию о госпитализации, а потом отказался комментировать состояние здоровья звезды. Вчера пиар-директор артистки Анна Исаева подтвердила, что Юлия больна. Певица почувствовала себя плохо из-за резкого скачка уровня сахара в крови. У Началовой также обострилась подагра – болезнь суставов, из-за которой она сильно страдает. Состояние артистки прокомментировал Виктор Началов, отец Юлии. По словам мужчины, врачи пытаются спасти его дочь и проводят интенсивную терапию. «Пока что все сложно, идет интенсивное лечение», – заявил Виктор в беседе с журналистами телеканала «Звезда». Кроме того, стало известно о возможном риске отека легких. Врачи опасаются этого больше всего.